Всем здравствуйте, канал Миллион Абдулла. Мы сейчас будем смотреть ружбайку очень интересную. Хозяин, который представился Мистер Икс на стрельбище в масочке, расскажет нам об этом чудесном агрегатике. Пожалуйста, вам слово. Бинелли М4 Супер 90. М4 Супер 90. 12 калибр, подствольное газоотводное полуавтоматическое ружье. Вообще, ну, с этим ружьем фирма Бинелли выиграла конкурс на поставку оружия армии Соединенных Штатов Америки. Сейчас морские пехотинцы США бегают и раздают свою демократию по всему миру вот с этим оружием. Это демократизатор, да? Да, демократизатор. По-американски с итальянскими корнями. Мне интересно было бы посмотреть, как складывается приклад. То есть, видимо, тут что-то необычное. Приклад ничего необычного. То есть он как-то вот на тут кнопочка. Нажали, так, так, так. А, он полностью при помощи поворота. Да. Ага, понял. Тут три позиции. А стреляет со сложным прикладом? Да, стреляет. Причем со сложным прикладом он не противоречит законам Российской Федерации. Ну вот самое главное, что. Это по длине-то он подходит. Да, 83, по-моему. Я смотрю, здесь какая кругленькая штучка большущая. Ну, это уже тюнинг пошел. А он что, почему крутится? Просто для удобства. Побольше. Ага. То есть здесь штатная, она маленькая, точно так же заменена кнопка. А вот это что за кнопочка? Зачем? А, вот это снятие задержки. Понял. Ясно. Здесь какая-то красная вот тут финтюлька вылета, это, вылезла. Игорь, это что у такое? Тебя все выражение финтюлька, кнопочка, пупочка. Ну а если я по-другому-то не умею? Это флажок. Флажок. А вот это вот что за кнопочка? Давайте положим на стол, чтобы можно было резкость навести. Прям на стол положим. Так. Я буду проезды делать. Что это? Подожди, проезд. Давай сначала расскажет нам хозяин этого замечательного оружия. Блин, Игорь, ну я со своим проездом. Да подожди ты, я же быстренько сейчас. Ну так я начал. Сделал бы проезд, что после того, как поговорим. Дмитрий недоволен за то, что я сделал проезды. Итак, у нас к этому ружью идет вот такой замечательный, что это? Детектор. Ну. Пламегаситель. Брансбой, я бы сказал. Брансбой. Смысл этой насадки в том, что, насколько я понимаю, что в Америке разрешено полицейским по людям стрелять из дробовиков. А дробовики стреляются для того, чтобы выносить двери. И собак. И собак, да. Ну и вот эта насадка представляется с двери. В определенном месте нажимается спусковой крючок. Вот оно как! Специально, чтобы выносить двери. Да, двери вынос. А у нас нет случайно двери? Можно, конечно, на машине. Давайте дверь вынесем, а? Это же было бы так здорово. Надо дверь с собой взять. Ну, насколько я понимаю, для чего это нужно. Просто другого определения. Вон там стенка каменная, может под ней. Отлично. Кирпичи положили. Шикарно. Это от нее, да? Это как опция, да? Нет, это не от нее. Ну да, да. Класс. Это не от нее, 7,62. 12 калибр. А сколько у нее зарядов-то? 7+1. 7+1. Можно затолкать. Ну вот если посильнее надавить. Планка, естественно, уже идет в комплекте. Слушай, а прицельные устройства такие шикарные. Это у нас диоптер какой-то? Ну, не совсем диоптер, называется блинкер какой-то. Целиться реально удобно. Очень удобно. Очень удобно целиться. Если посмотреть. Поддержите кто-нибудь ружье, пожалуйста. О. Можно мне тоже посмотреть. Сейчас, Игорь. Дело в том, что вот как ребята говорят, это что даже во всех компьютерных игрушках это ружье обязательно присутствует. Ну да. Видимо, это очень распространенное. Ружье из Counter-Strike. Ну, мало то, что распространенное, оно просто очень, скажем так, оправдало себя. Как ружье, как оружие. Я тебе не вижу. Зарекомендовала своей надежностью, всеядностью и неприхотливостью. Подождите, Дмитрий снимает. По всеядности это точно. Сейчас я говорю, засунули патроны мои кривые, косые. Там что-то написано еще. Мелко там. Интересно, меня смотрит. Видимо, какой-то патрон попался, не тот. Теперь можно тут дарить, да? Снимает? Да. Есть? Опять застрял. Сама крут.
Да. А там целый. Все. Ёбка ломаная. Все. Кончилось. Да, очередь не удалось. Это Бинелли, да? Да. Классная штука. Отлично стреляет. Только вот патроны, конечно, немножко подвели. Ну, видимо, и делали не для этой дружбайки. Спасибо. Она много нам дала. Предохранитель-то снять. Вот. Короче, давай еще. Да, мы параллельно все делаем. Давай. Раскручиваем, когда уезжаем раскручиваем, и получается у нас просто... Давай. Он меня спалил. Да никто не узнает, мы же вырежем. Да, да, монтируем. Да. Скажем, что ты попал, да еще. Там еще есть, да? Еще пока да. У тебя есть канал на Ютубе. Где люди верят, а у него нет канала. Наврешь, что хочешь. Не навру, а правду буду говорить. Ну да, я про это имел в виду. Опять Абдулла попал. И прикладом ее, прикладом. Контрольный голову. А вот она на земле лежит. Ну что, собака? Есть! Еще одна. Все. Отстрелял. Вот. Я их на земле добил. Не, ну это правильно. На тарелке, блин, тарелке охота отстрелял. На тарелке, она должна быть ну, такая эффективная, что когда она лежит на земле, на краю, на снегу, очень хорошо попадает. Ага. А если вы в воздухе, да, так можете и подошел, стрелил, все есть. Чтоб не мучился. Да, чтоб не мучился. Здорово, Милен Абдулла, стрелял по тарелкам. На земле. Пока-пока. Опа, все равно я их добил. Ты видишь? Да, круто.